Романе Григоровичу, ми активно обговорюємо так ситуацію на Харківщині. Давайте проговоримо і інші напрямки. Зокрема, ситуація під Авдіївкою. Білд пише про те, що там нашим Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію. Вони таку точку зору висловлюють. А от якщо говорити, зокрема, ситуацію на півдні, ну, в силах оборони говорять про те, що вчора росіяни там 30 разів штурмували південний напрямок. І наразі більше гадять по Старомайорському і все. От з вашої точки зору, щось там змінилось суттєвого? А дело в том, что ничего не менялось. У них основная задача как раз работать по Покровску. Почему они по Старомайорскому работают? Да это с юга выход на Покровск. И работают с Авдеевки. Это с востока выход на Покровск. То есть у них никто задачи с россиян не снимал выход на границы Донецкой области. И это и есть основная задача. И почему они там начали топтаться в районе Харькова, это основное это для того, чтобы мы сняли, допустим, резервы с Покровска, перебросили под Харьков. Вот для чего это все топтание. Это не выход на Харьков, это не выход на Волчанск или там на Сумы. Нет, это только для того, чтобы Покровск разрядить, уменьшить плотность войск наших. И потому они долбятся сейчас в районе Старомайорска. Это ж временский выступ. Помните это направление с юга на Новоселку и потом на Покровск. И та же самая картина в районе Авдеевки. На этом направлении вот соотношение. Это на восточном южном фронте 30-35 атак в сутки. А, допустим, в районе того же Волчанска 13. Ну вот разницу чувствуете, то есть вот, а информационный поток включился, там 5 сел они там заняли, выставили свои тряпки, повесили аквафреши над каждым селом и в информационный поток засунули для поддержки Путина при переговорах с Си Цзиньпинем. Мы же тоже это понимаем, для чего это надо. Поехал Путин к Си просить, там, молить, заступиться за обделавшегося карлика. Ему надо сейчас остановить боевые действия для того, чтобы вот Си надавил на мировое сообщество и постарался. Они, кстати, вот как раз это уже проталкивают в информационное поле. Мирные политические решения конфликта, так сказать. Выйдите за территорию Украины, если получится, успеете. И политически предлагайте, как вы собираетесь политически решать вопросы контрибуции и репараций. То есть вот только для этой, для поддержки, информационной поддержки Путина вообще это топтание, в информационном потоке такие немножко перебрали они в информационном потоке по Волчанску и по Харьковскому направлению. А реальные боевые действия проходят именно на востоке и на юге. Вот район Временского выступа, то есть направление на Покровск. С Донецка на Покровск и с юга на Покровск. Якщо дозволити, ще одну тему хотіла б з вами обговорити. Це замах на словацького прем'єра Фіцо. Повідомляється про те, що він знаходиться у дуже важкому стані. ЗМІ пишуть про те, що письменник, так який напав на нього, міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою, яка діє у Словаччині з 2012 року. Сам так зловмисник заявив, що він забився через те, що не згоден із діяльністю уряду. Ми бачили, що реакція російських ЗМІ була одразу. Вони почали приплітати, зокрема, сюди Україну, шукати тут якийсь український слід. Роман Григорович, як вважаєте, після цих подій, як можуть змінитися відносини між Україною та Словаччиною? І як ви вважаєте, хто може, в принципі, стояти за замахом на Фіцо? Ну, чоловіку восьмий десяток. Не бомж і не з помойки. Тобто, знав, хто я маю в виду, розумів, що робить. Значить, були серйозні причини для того, щоб в Європі піти на такого роду дії. Фіцо не комбатант, то есть это не военный преступник или там участник чего и как, это политик, за которого проголосовали достаточное количество избирателей, и его, в принципе, так сказать, это его задача выполнять пожелания своих избирателей. Вопрос, скорее всего, я так думаю, здесь нет никаких каких-то секретных миссий, слишком все это открыто. И я, скорее всего, это уже попытка восстановить свои конституционные права у людей, которые, на которых, ну, по некоторым вот направлениям
в той же Венгрии, в той же Словакии. Сейчас на эти конституционные права, на свободу людей начинаются наезды. Причем они связаны, вот здесь вот может быть как раз и есть российский след, то есть видение развития каких-то событий такого уровня, то есть свобода слова, мы же слышали, о чем этот человек говорит. То есть наезды на независимые издания, ну и так далее и тому подобное. То есть это вопросы свободы и конституционных прав. Разные все по-разному их решают, потому здесь след может быть российский именно вот такого уровня. То есть видение у ФИЦО одно, а у людей свободомыслящих оно другое. Вопрос решать эти вопросы именно так нельзя ни в коем случае. Почему? Потому что ни к чему хорошему это не приводит. За свободу надо бороться другими методами. Но тем людям и тем правителям, которые как раз на свободу слова, на свободу людей наезжают или отменяют конституцию, ставят ее на паузу, надо четко для себя понимать, могут быть выплески вот такого уровня агрессии. Почему? Потому что действие равно противодействию. И ФИЦО надо однозначно пожелать выздоровления, то есть это еще раз повторюсь, это политик, это не комбатант. От такого рода воздействия на политиков однозначно неуместны, их не должно быть. Но надо понимать, что они могут быть только из-за того, что есть процессы давления, особенно на свободу личности. Романе Григоровичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, плани росіян з перекидання техніки знову до Білорусі. Це блеф чи, знову ж таки, розтягування наших сил тоді буде? Це продовження той же задачі попытаться наші сили, средства розтягнути по лінії фронту або зв'язати резерви, які є, або які могли би бути резервами на цьому напрямку. І зараз є розуміння процесів, що йдуть переговоры, или, по крайней мере, мы же это слышим в информационном потоке, уже есть предложение разворачивания, допустим, войск натовских вдоль того же, той же белорусской, Украино-белорусской границы. Потому россияне пытаются ударить раньше, то есть показать, что там тоже есть российские войска. Ну вот, скорее всего, второй вариант даже, наверное, больше предпочтительный. Тобто Путін не дотисне Лукашенко, я вірно розумію? Нет механізму. Дело в том, что любое движение со стороны Беларуси в нашу сторону приведет сразу к полному вымиранию белорусской экономики как вида, наверное. Удары по двум НПЗ белорусским, мы же знаем, как это делается по Мозырскому заводу, по Нафтану белорусскому, выведет из строя всю белорусскую экономику. Тот же Белкалий, то есть там добраться есть до чего, и дальние средства поражения, которые у нас есть, развернуть их от России в сторону Белоруссии, поработать пару недель, и просто белорусской экономики не станет. Лукашенко прекрасно это понимает, он не допустит, по крайней мере, использования российских войск против наших территорий, со своей территории. Если что-то будет у него, вернее, не будет у него получаться, он же побежит в манишку поплачется Си Цзиньпиню о том, что Володя на него наезжает. То есть этот механизм же неоднократно срабатывал, и я думаю, Лукашенко еще раз его использует. А чи може відкритися вікно можливостей для чергового походу для РДК та Легіону Свободи? Надо понимать, что и один, и другой – это все-таки малочисленные отряды, которые сейчас воюют под контролем или, по крайней мере, вместе с главным управлением разведки, вместе с тем же Кракеном. То есть это проекты, которые разведка постоянно контролирует, потому именно такого масштабных проявлений и деятельности на данный момент точно не будет. А оптимально, кстати, исходя из задач, этим ребятам, которые борются за свободу своих республик, которые захватила Российская Федерация, это ж мы же сколько проговаривали, ингуши, это чеченцы, дагестанцы, татары, буряты, якуты, то есть им это лучше делать как раз со своих территорий. То есть им лучше сейчас, допустим, вернуться на свою территорию, то есть на Северный Кавказ, от Кавказа до Сахалина, до Якутии, и там выполнять боевые задачи. Мы их видим, кстати, они же выполняются. Мы же слышим по всей территории
России военные объекты, там что-то загорелось, там что-то взорвалось, там поезд сошел с рельс, ну и так далее и тому подобное. Роман Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. І, звичайно, друзі, хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, вітаємо всіх із сьогоднішнім святом, Днем української вишиванки. Да? Бажаємо всім всього найкращого. Що ми, головне, віримо в наші Збройні Сили України та віримо в Україну. І зустрінемось вже завтра в ефірі. Роман Григорович буде вас чекати. Дякую. До свидання.